Привет всем! Это мастер-класс по созданию шампуня на канале Мыло Опт. Для создания шампуня нам понадобится сахарный пав, децилглюкозид, комплекс экстрактов, эластин, пищевой краситель жирорастворимый, мы взяли синий, консервант Косгард и ксантановая камедь. Сначала расскажу некоторые нюансы по работе с камедью. Сначала мы разогреваем воду, желательно брать высокий стакан и оставлять побольше свободного пространства, так как во время взбивания камедь может сильно распыляться. Поэтому мы предварительно разогреваем воду дистиллированную и затем мы включаем миксер. Лучше брать обычный миксер, большой. Во время взбивания миксером мы добавляем ксантановую камедь. Ее лучше предварительно отмерить в емкости. У меня будет в рецепте 300 грамм воды. На 300 грамм воды я буду добавлять 1% ксантановой камеди. Здесь 3 грамма я взвесила на электронных весах. И после того, как мы тщательно взобьем нашу камедь, мы на 15-20 минут ее оставляем. Она за это время должна разойтись, то есть распухнуть. И после этого мы можем добавлять краситель и снова взбивать тщательно наш раствор. И затем уже непосредственно приступать к изготовлению шампуня. Я взбила камедь. Вот такое у нас получилось желеобразное загуститель. И теперь я добавляю краситель и активы. Красителя нам понадобится капель 20 на наше количество шампуня. И около 10 грамм я добавляю активов. У нас в качестве активов эластин и комплекс экстрактов на спиртовой основе. По рецепту у нас получается около 20 капель консервант. Сейчас я снова взобью эту смесь. Вот такая у нас в итоге после взбивания получилась смесь красивая. Эту смесь мы разводим сахарным павом децилглюкозид в расчете 40% пав и 60% смеси с загустителем ксантановая камедь. И добавляем в качестве аромата любое эфирное масло, вами любимое, или отдушку, кому что больше нравится. Все это мы перемешиваем, не взбиваем миксером, потому что образуется большое количество пены лишней, она будет долго оседать. И в итоге у нас получится вот такой красивый шампунь. На этой основе точно так же вы можете сделать гель для душа, средство для мытья посуды. Только в гель для душа добавляется порядка от 5 до 10% любого жидкого масла для увлажнения дополнительного питания кожи. Всем спасибо за просмотр. Все нужные ингредиенты для создания этого шампуня вы можете найти на сайте Мыло Опт. Всем пока!